продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе к Международному дню матери. Конкурс проводит Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» в двух номинациях. Изобразительное искусство, конкурс рисунков, поделок и художественное слово, конкурс чтецов, стихи, басня, сказка. В конкурсе участвуют дети трех возрастных категорий, от 2 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет включительно. Работы принимаются до 23 ноября в офисе «Колыбели» по адресу город Иваново, улица Войкова, 13, по будням с 10 до 18 часов или в электронном виде на электронную почту. По всем вопросам об участии в конкурсе можно обращаться по электронной почте или по телефону 8 49 32 33 42 77.